Баскетбольный клуб «Химки» на родном паркете сыграл с командой «Челбаскет». Они боролись за первое место в Суперлиге. Уже по итогам первой четверти химкинские баскетболисты добились преимущества в 11 очков. Команда Андрея Мальцева лидировала со счетом 28-17. Во втором игровом отрезке гостям лишь ненадолго удалось на время выровнять игру, но отставание в счете сократить не удалось. А уже в третьей десятиминутке химчане заработали на 10 баллов больше, в четвертой – на 12. Итогом противостояния стала победа химок с разгромным счетом 96-63. Химчане оформили золотые медали в регулярном сезоне Суперлиги. Поздравляем баскетбольный клуб «Химки» с победой в регулярном сезоне чемпионата Суперлиги и желаем удачи в плей-офф. Первым соперником «Химок» в плей-офф станет ижевский клуб «Купол Родники». Игра пройдет в Подмосковье. Два матча серии и до трех побед состоится 1 и 3 апреля. Александр Сергеев, Вильфрид Дымковский, новости «Химки ТВ».